Так, ребятки, привет, с вами Перч. Ой, Хариум, в общем, добро пожаловать в мою Санта-Барбару. Значит, время приключений в мою Санта-Барбару. Вот, в общем, добрался, ребят, наконец-таки я смылся из этого места. Вот, конечно, место хорошее, очень добрые люди, но очень бедно, конечно. И, конечно, очень много мерзавцев на самом деле, которые поджидают любого человека. Вот, если там где-нибудь на Шри-Ланке через месяц тебе уже предлагали землю, в общем, возле, прямо вот здесь, вот прямо возле океана, которая принадлежит там семье и тра-ля-ля-ля-ля, в общем, все эти трубы, то здесь, в общем, танцевали долго, 8 месяцев растанцовывали, чтобы потом, в общем, вот эту землишку тут, в общем, втюхать тебе. Вот. Ну, слава богу, в общем, я не стал там ничего задерживаться, побросал, в общем, кучу вещей, бросил тампуру свою, уехал, побросал, в общем, раздал там вещи свои. Вот. И быстренько-быстренько, ребятки, я уехал оттуда, потому что шутить со всеми вот этими мерзавцами на самом деле не надо. Вот, потерял я деньги, зато приобрел опыт. Вот, в общем, опыт очень простой, ребята. Доверять в наше время никому нельзя, даже бывшим там, военным, с которыми ты вместе служил там когда-то. В общем, и валялся в грязи под обстрелом, в общем, вместе с этими людьми. Они тебя кинут, привезут тебя, чтобы тебя взгреть. В общем, я не знаю, что там уже осталось от Америки, уже, наверное, ничего уже не осталось, ребят. Все бабло, бабло уже смыло, все, бабло смыло просто все. Вот, ну, в общем, ребятки, я добрался, спасибо вам всем большое, чтобы вы не переживали, все, перестаньте там распережевываться, все, я добрался, вот, конечно, добрался я, в общем, обещанные мне, ребята, там деньги, которые мне обещали, мои же отдать деньги, пока они не отдали. В общем, поэтому я, в общем, как бы тут, пока тут. Ну, в общем, ладно, разберемся, давайте, в общем, факт то, что я добрался. Очень голодный, потому что я понял вдруг, что я мало очень ел эти дни. И очень постоянно заспанный, потому что, как оказалось, я начал вспоминать, в общем, я мало спал. И, в общем, я сейчас приехал, и чем я занимаюсь в последнее время, так это я сплю и ем. Все, давайте. Спасибо вам там за ваши сообщения. Не переживайте, ребят, все нормально, я в Нью-Йорке приехал. Все, давайте, пока увидимся, поболтаем еще с вами. Да, и вот у меня вывалилась целая куча лекций там по поводу хатхи-йоги. Простите меня, пожалуйста, я забыл, честно говоря, я хотел там с вами начать такой цикл лекций по поводу хатхи-йоги, что это такое, и начать вам показывать там асаны, как делаются на самом деле хатха-йоговские. Мы вернемся обязательно к этой теме, вот, потому что, в общем, я, наверное, сейчас прямо здесь развернусь, поеду в Индию. Вот, в общем, и нас ждут очень серьезные, интересные приключения, и тем более нас ждут занятия по хатхи-йоге, обещаю вам. Все, ребятки, всем пока, с вами Перч, давайте, пока, увидимся.